Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель Terracona Reaper Snapper 2018 года, выполнена в Deluxe-классе в серии трансформеры Power of the Prime, сила праймов, и является частью команды Terraconов, как я уже назвал. Трансформируется он в такую вот своеобразную монстра-акулу. И является частью сборного трансформера Абоминуса. По умолчанию он левая рука, но может выступать и ногой, и правой, любой рукой. То есть та идея, которая была реализована в 80-е годы, очень неплохо передается в данной серии трехрежимных роботов. Да, ну вот со всех сторон. Очень красиво. Красиво реализована деталировка, куча всяких миниатюрных элементов. Вот эти пины, с ними может взаимодействовать Титан Мастер или Прайм Мастер. Хорошо. В комплекте вот он идет с двумя бластерами, которые хорошо цепляются у него на спине. Они по сути симметричны, частично. Интересно, здесь есть пины, куда их можно припинить? Не вижу. Ну, наверное, есть. Почему-то мне ни разу эта возможность не попадалась. Далее. На хвосте есть коннекторы, которые можно присоединить руку. Кисть. Кисть интересная. Она к нам попала еще из Combine Wars, но с небольшим изменением. Она перестала быть ногой, а осталась только рукой. Плюс к ней можно присоединить, есть специальное пространство, куда можно присоединять Титан или Прайм Мастеров. Скажем так, в рамках идеи этой серии для усиления робота. Давайте оставим ее в виде кисти. Пусть лежит, ждет своей руки. Так, ну, поскольку это животное, у него есть подвижность. Руки у него могут вращаться, такие вот, не знаю, такие клешни. Сейчас как будто каратист. Так, ноги тоже могут вращаться чуть-чуть в стороны, они на болт-джойнте, поэтому такая своеобразная подвижность есть, правая, левая. В стороны не должно вращаться, вот эти элементы здесь плотно фиксируются. Головой тоже она не вращается, но у него есть пасть может открываться и закрываться. Это в принципе прикольно. Так, ну и давайте трансформируем. Для начала подготавливаем вот так вот ноги, отцепляем, делаем сначала его в виде робота. Здесь вот достаточно жестко, но это хорошо. Хвост. Сначала его надо вот так вот завести в нужное место. И все. Нога собралась. И здесь вот у нас получается есть пин на ноге. И здесь есть вот отверстие. Можно соединить и зафиксировать. Мне это очень нравится, когда особенно вот таких вот своеобразных трансформеров предусматривается возможность фиксации внешних элементов, чтобы он был более целостный. Все. Так. В принципе, здесь можно повернуть только кисть. Голова отцепляется, выводится. Голова акулы. И здесь вот есть коннекторы. Фиксируются они вот сюда. Вот таким вот образом. Орудие можно также оставить у него за спиной, либо можно взять в руки. Ну и также взаимодействовать, например. Сюда можно убрать. Сбоку.
либо отсылка на серию Transformer Victory, например, вот в виде нагрудной брони. Вполне себе интересная идея. Тем более этот элемент закрывается и открывается. Давайте рассмотрим робота поближе. Да, есть пустоты, от них никуда не деться. Можно сказать, что это линейка не мастерпис, а линейка игрушек. Поэтому она чуть проще. Голова у него поворачивается, руки поворачиваются, ноги поднимаются, ноги уходят за спину, колено присутствует. И вот продольный шпагат или поперечный. Я почему-то путаю их. У него не настолько идеален. Но не гимнаст он. Вот такая вот модель. Хорошо. Давайте сначала сделаем из него кисть гештальта, поскольку по умолчанию он является левой рукой гештальта. То мы сейчас эту его функцию попробуем реализовать. Для этого мы собираем кисти. Вот здесь они фиксируются, здесь есть порт. И кисти сюда. Далее ноги мы соединяем вместе. Вот, надо будет сюда. Есть. У нас левая. Убеждаемся, в какую сторону поворачивается. И присоединяем кисть. Вот уже получилась левая рука обломинуса. Но, да, подвижность у него есть, поворачиваться сюда-сюда может. Вот здесь есть подвижность, получается плечевой сустав, локтевой с двойным сгибом. Плюс поворачиваться кисть может чуть-чуть в разные стороны. В принципе, подвижность хорошая. Так, теперь... Ну и зря эти штучки убрал, можно было также здесь оставить, например. Для красоты, для эффектности. Интересно. Честно признаюсь, эта команда мне действительно очень понравилась во многих смыслах. Она реализована достаточно классно. Так, теперь надо понять, как нам его собрать. Сейчас будет... А, он у нас четырехрежимный трансформер. Что же ты, а? Он же ведь у нас не только... Рука, нога, робот и... Фантастическое животное. У нас он, получается, четырехрежимный. Четыре режима. Первый раз его появление было в 86 году. И в тот период также у него было 4. Для показа нам нужна ступня. Попробуем, кстати, вот так можно использовать. А можно, например, переставить вот эту на вот этот элемент вот сюда. Он не совсем хорошо встает. Здесь есть ушки, которые мешают. И никаких элементов, чтобы его
направить. Вот, например, так можно преподнести его нога. Вполне интересно. Либо, как я заметил на предыдущем обзоре, вполне красиво смотрится, когда вот это выступает в качестве ступни. Не, мне определенно вот так больше нравится. Это такая своеобразная ступня-пяточка. Как вам? Лично мне очень понравился. Так, ну давайте трансформируем снова в фантастическую зверушку. Можно голову сюда. О, здесь у нас выпадают элементы. Все, видите, как встало на свои места. Руки. Ноги, хвост, хвост выводим на место, эти на месте, ноги на месте, ротик открыть, пластыри, например, присоединить, они, кстати, хорошо входят в этот паз, но вот одна хорошо, а вторая достаточно жестко, так что, если он у вас есть, или вы не знаете его этой особенности, будьте аккуратны. Ставим этот элемент сюда. И вот у нас получился фантастический чудовищ. Я нам забавный. Вот такой вот, да. Не, няшно выглядит такой. Хоть сейчас вы сюда пришли рыбачить, тогда мы вам поможем. На этом завершаю обзор. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей, станьте спонсором музея и подарите фонд музея трансформера. К трансформерам относятся все модели, которые могут трансформироваться, а не только часть вселенной и бренда трансформеры. Всем до скорых встреч!